Итак, комплектация. Во-первых, устройство продается в очень удобном кожаном таком чехольчике с ручечкой и с молнией. Внутри чехла у нас, собственно, расположено наше пусковое устройство. Вот, очень удобно закреплено в резиночках. Вот, размер этого устройства 137 мм на 78 мм. Если разбирать само устройство по торцам, на длинном торце у нас имеется одна кнопка. Эта кнопка функциональная, она показывает у нас уровень заряда батареи. И также при нажатии в течение 3 секунд у нас активируется фонарик. Вот. Также, если разбирать само устройство, у нас есть рабочий торец, на котором у нас расположено гнездо для зарядного устройства, для зарядки непосредственно самого аккумулятора. Потом разъем USB для подзарядки различных девайсов, гаджетов. И световой диод фонарика. Вот. Также под крышечкой у нас располагается разъем для подключения клещей. Вот. Дальше, что у нас есть в комплекте? У нас есть, собственно говоря, зарядное устройство от сети 220 вольт, зарядное устройство от сети автомобиля. То есть вы можете, собственно, завели автомобиль и пользоваться зарядкой для подзарядки самого аккумулятора. И также у нас имеются клещи для подключения к клеммам на удобных таких мощных крокодилах, для подключения клеммам автомобиля для запуска. Вот. Сегодня мы обязательно потестируем, ну и дальше покажем, как, в общем-то, запускает это зарядное пусковое устройство автомобиль и насколько зарядок его хватит, пусков. Итак, мы приступаем к тесту пускозарядного устройства нашего SmartBox 5 на 6000 ампер-часов. Мы будем тестировать его сегодня на автомобиле Mitsubishi Pajero с 3-литровым двигателем. И в стоке здесь установлен аккумулятор на 55 ампер. Будем подключать без использования аккумулятора автомобиля. Я сейчас полностью скину клеммы с аккумулятора, да, и буду подключать пускозарядное устройство. Вот, подсоединяем клеммы. Ой, щипцы наши. Щипцы. Я сначала подцепляю массу. Достаточно хорошо крепится. Вот. И вот я держу. Я попрошу водителя попробовать завести. Давайте посмотрим. Давайте попробуем еще несколько раз. Такого маленького аккумулятора хватает для того, чтобы запускать достаточно большой по объему. Полностью отключены клеммы. Так, это у нас 3 старта уже было, да? Пауза небольшая. Давайте еще 4-й. Я думаю, что у нас сейчас было заряда здесь порядка 50%. Вот, я сейчас отключу и посмотрим с вами уровень заряда. SmartBox 6000 мАч. Достаточно удобное устройство. То есть мы уже запустили, посмотрели. Все. Немного, я так думаю, что нагрелось. Устройство, да, устройство стало немножко теплее, вот, потому что ток отдается. Так, индикация, вот у нас получается, ну, два деления ярко, да, одно соседнее деление, то есть, ну, осталось половина зарядки. Хотя у нас практически половина и была. То есть, такая история.